Внимание! Говорит Москва! 22 июня 1941 года голос Юрия Левитана объявил советским гражданам о начале войны. Это сообщение о вероломном вторжении фашистов на территорию СССР перевернуло жизни миллионов. С первого дня Великой Отечественной Беларусь стала ареной самых крупных битв. К сентябрю 41-го вся территория республики была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Долгие три года наша земля изнывала под гнетом нацистов. На алтарь Великой Победы Беларусь принесла миллионы жизней своих граждан. Война разделила жизнь на до и после. Она не обошла ни одну семью, поэтому наши люди хорошо знают цену завоеванного мира и трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной. Сегодня мы мысленно возвращаемся в прошлое, чтобы почтить память жертв. На рассвете в Бобруйске состоялась акция «Звон скорби». На территории крепости прошел митинг-реквием, посвященный трагической дате. Мемориалы и памятники, установленные в городе, напоминают нам о добре и милосердии, о том, как важно ценить и оберегать мир. В день всенародной памяти жертв Великой Отечественной у братской могилы собрались сотни горожан, молодежь, общественность, представители трудовых коллективов и епархии, воины Бобруйского гарнизона и руководство города. В нашей памяти, в наших сердцах навсегда сохранится подвиг людей, который отдал свою жизнь, который освобождал наш город, освобождал страну, освобождал фактически весь мир от фашистской нечисти. Поэтому на мировой арене и до сих пор Беларусь остается миролюбивой державой, которая пропагандирует только политику миролюбивого поведения. У мемориала возложили сотни цветов в память о бесчисленных жертвах, о бесстрашии, мужестве и доблести тех, кто не сдался, выстоял и победил. Акцию продолжила всеобщая минута молчания. Она остановила движение транспорта ровно в 12:15. Во всех храмах Бобруйска прозвучал колокольный звон.